Сразу отвечу на ваш вопрос. Ты пишешь биты одному скандальному говнарю? Зачем тебе второй? У меня на это есть свои причины. Да, логичный вопрос. Слава, что ты сделал? Со своей жизнью. Ребята, я понимаю ваше негодование, но я хочу осуществить свою старую мечту, и это касается только меня и Тимати. Итак, Тимур Ильда... Итак, Тимур Ильдарович, меня зовут Слава, приятно познакомиться. Тимур, я предлагаю тебе сделку с дьяволом. Я хочу спродюсировать тебе трек, но есть несколько условий. Первое. Тимур, приезжай к нам, и я спродюсирую тебе трек вместе с Алишером. Второе. Мы даем гарантию, что твой трек послушают очень много человек. Но каким способом мы этого добьемся? Тайна. Третье. Трек с моим продакшеном должен выйти без каких-либо правок в инструментале. Привет, ребята. О, слушай, а что это на тебе? Непорядок. Ну что же, уважаемый Тимур Ильдарович, мы ждем вас в гости в нашем трэп-доме, чтобы сделать для вас главный хит вашей карьеры. Потому что песни песнями, да, там мы все слышали, классно, молодец, вы большой молодец, конечно, но время громких хитов. Гениальный саунд-продюсер, гениальный маркетолог, гениальный гострайтер. И, собственно, let's get it, как говорится. Дорогие подписчики, я вас всегда любил, ценил и уважал, вы это прекрасно знаете. И сейчас хочу попросить у вас помощи. Заспамьте нафиг Тимуру Ильдаровичу все соцсети хэштегом «Едь в трэп-дом». «Едь в трэп-дом». Мы его очень здесь ждем. Ну и напоследочек уточню, Слава уже это говорил. Внимание к этому треку будет бешеное. Это мы вам гарантируем. Но как? Все хорошо. Каким образом? Да. Итак, Моргенштерн, я видел твое видеообращение. Я тебе хочу сказать, старик, я не знаю, насколько мне идут и подходят твои татуировки, но мои шмотки тебе однозначно подходят, ты в них выглядишь гораздо солиднее. Но сейчас я хочу поговорить о твоем юном друге, о таком дерзком и наглом молодом человеке, который рассказывает мне, каким образом он будет записывать эту песню и делать этот трек вместе со мной. Дорогой друг, я с удовольствием принимаю все твои условия и не буду вносить никаких корректировок и поправок в произведение, раз уж ты так нагло обратился к старику. Но, в свою очередь, у меня тоже есть условия. Я вас двух сниму в клипе на эту песню так, как я хочу. И вы не сможете внести ни одну поправку в сценарий этого клипа, плюс я помещу туда столько рекламы, сколько я захочу. Девочки, вы готовы? Я еду к вам в трэп-дом. Встречайте.